Христос у вас крос, заправди у вас крос. Уважаемые крестельники портала Католик Бай. Богатая радостная свята, с мертвых повстанья Иисуса Христа, от всего сердца, щиро всех вас витаю. Сегодня католический костел, так само и иншие христиане, святкуют свято святу, Пасху Христову. Свято, якое з'являється подмурком нашей веры, бо воскресли Иисус Христос, это фундамент. Это той факт, дякуючи якому умацаваная наша вера, дякуючи якому эта вера умацовывается, дякуючи якому эта вера динамично далей развивается, развивается уже 2000 годов. Сегодняшнее свято – это так само свято и нашей надеи. Иисус Христос своим мертвым повстанием знищил грех, смерть и злого духа. И на смерть мы должны глядеть через призму у воскресения Иисуса Христа. Это правда, а воскресение нагадывает нам о том, что со смертью жизнь человека не завершается. Сегодняшнее свято – это так само свято любовь, Божьей любовь. Мы будуем новый свет, мы стараемся этот свет полепшить, стараемся, чтобы жизнь человека было пригожейшим. Але мы добре ведаем, что может выдариться некая катастрофа, может выдариться землетрус, может выдариться цунами, как в минулом году это выдарилось в Японии, и все будет разбурено. Тогда постає питання, для чего все это потребно, для чего человек старается так много терпеть и так далее. Потребна остается любовь, бо своим життем человек заслуговывает, потом справедливым життем заслуговывает, как у вечности жить с Богом, а Бог есть любовь. Я вешаю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим радостным и избавчим святом, святом всех святов. Желаю вам счастья, желаю соправного супокою, того супокою, який Иисус Христос принес своим воскресеньем в этот свет. И нехай этот супокой раз вас переводите на все наше громадство, как мы будовали новую Беларусь, как мы будовали нашу айчину на принципах Евангелия, на принципах взаимной поваги один до одного, и как жили счастливо, радостных святов. Христос воскрес, соправды воскрес.